А вот и шоу «Миски Гамми»! Бамбузи! Спасибо, что разбудила меня вовремя! Вовремя? Магазин! Открывайте! Вы должны меня впустить! Сегодня день рождения Гарри! Вы не можете нарушить правила совсем немножечко, чуточку и... Кажется, нет. А? Что это? Интересно. Учитывая ситуацию, это может быть и сработает как подарок в последнюю минуту для Гарри. Ну, если, конечно, я смогу почистить ее быстренько. Нет. В любом случае, музыка во время поиска может принести мне вдохновение. Ура! Я свободен! То есть, да, господин. Господин? О, я правда терпеть не могу эти случайные вызовы во время моего сна. Ну, определенно ничего стоящего. Но, кажется, придется смириться. Вау! Спасибо большое, Гамми! Ну, ты особо не надейся, дружище. Потому что я вроде как нашел это в последнюю минуту, поскольку я проспал. А что это вообще такое? В смысле, что оно делает? Во-первых, оно очень блестящее. И я сделаю его еще блестяще. Йоуза! К вашим услугам, господин, у вас три желания. Оно ничего не делает, ну, кроме этого, конечно. Холи Замбони, в этой лампе джин. У тебя же нет еще одной такой, правда? Ну, нет, конечно, нет. Джинов не бывает. Ты не джин. Нет, я джин. Итак, как я понимаю, лампа твоя. У тебя есть три желания, именинник. То есть, господин. Точнее, у каждого из нас есть по одному желанию. Вау! Спасибо, Гарри! Да, а теперь я вдвойне надеюсь, что он и правда джин. Я и правда джин. Слушай, кошечка, я даю тебе одно пробное желание, одно маленькое, чтобы доказать. Договорились? Да, договорились. Я бы хотела, чтобы мы летали. Ладно. Ого! Я вспомнил, что боюсь высоты! Отмени это желание! Видимо, ты не читал справочник! Отказываться от желания тоже считается желанием! Но это же мой день рождения, я боюсь высоты! Ладно, ладно! Но только потому, что твой день рождения! И с этого момента больше никаких исключений! Ладно? Ясно, ясно! Спасибо большое, Гарри. Итак, согласно установленным правилам в книге джинов, у вас есть три желания. Где он прячет все эти вещи? Ты первая, Кала. Ну, я хочу... Я хочу... бассейн в квартире. Следующий. Загадывать желание намного сложнее, чем я думала. Теперь ты, Гарри! Я желаю, чтобы мы были самыми лучшими в мире танцорами. Вообще-то, не такого вида танцев. Можно, пожалуйста, попробовать другие? Джин живет, я думал, это мусор. Бутылку взял я и отскреб, и появился он. Хозяина зовет он, желание загадать. А лампа-то волшебная, что же пожелать? Пуф, Шазам, вот он я!
Ай, мама, открой ворота! К тебе пришел я! Теперь ты поняла? Хочу игрушек много, я машину поводить. Вот мои условия, меня не подведи. Корову, лошадь подавай, собачкой поиграй. Что же загадаем мы, джинам помоги. Пуф, Шазам, вот он я. Ай, мама, открой ворота. К тебе пришел я, теперь ты поняла? Вау, вау! Что вау? Я только что понял, что мы не такие на самом деле. И нам гораздо веселее быть, ну, самими собой. Эй, если ты не всегда самый лучший, ты всегда остаешься собой, правильно? Ладно! Просто чтобы закончить со всем этим, и так как сегодня твой день рождения, вот мой особенный подарок тебе. Отменяю желание! Ты опять ужасный танцор! Вау, спасибо! Ладно, осталось одно желание, господин Гамми. Вау, два желания, которые нам вовсе не нужны были. Значит, тебе нужно использовать последнее желание очень осторожно. Без шуток. Но какое это идеальное желание? Стойте! Что? Гениальная идея! Ребята, хотите услышать? Я считаю, что, скорее всего, нам надо его... Есть! Ты готов? Это может оказаться сюрпризом для тебя. Поверь мне, зеленый господин, за 3000 лет, плюс-минус 15 минут, я слышал столько желаний, что не осталось на свете такого, чтобы удивило меня так, как ты говоришь. Я хочу освободить тебя из этой лампы. Что? Ты слышал нас. Мы используем наши желания. Чтоб освободить тебя! Я слышал абсолютно все желания. Кроме этого! Йоуза! Наконец-то свободен! Спасибо, господин! Думаю, что это надо отпраздновать! Вечеринка, вечеринка, вечеринка! Знаешь, Гамми, это, наверное, самый лучший подарок, который я когда-либо получал в жизни. Мы помогли кому-то выйти из лампы и разделили приключения с самыми лучшими друзьями на всем белом свете! С праздником, Гамми! Желейный мишка я, съедобный очень я. Пою, кручусь, играю, прыгаю я, как юла.